То, все, мы начинаем. Доброе время суток всем, дорогие друзья, с вами Каспер. И у нас сейчас трансляция игры школьной лиги. Вот она, собственно, уже сейчас начинается. Soft TM против Simple играют у нас. Так, ну и что? Все, собственно, у нас Soft TM берут этот раунд. Ну, режики, раунд режики. И сейчас, наверное, будут начинать играть за дефенс. Да, именно так, карта у нас D-Train. Спрашивает Каспер, что со стеной. Я хотел пройти сквозь стену, да. Это чуть панель не упала, я пока подключал лампу. Боже, как она шпарит. Я не знаю, чувствую, придется открывать двери, наверное, в ближайшее время. Ну, в общем, у меня такая физиономия страшная на камере. Это вы просто себе не представляете. Спрашивает, какая задержка? Ну, не знаю, порядочная. Ну, порядка полутора минут задержка. Скажите, что там со звуком? Нормально ли слышно меня? Нормально ли слышно звуки выстрелов КС? И так далее. Ну и что, мы начинаем. С вами Киберарена, с вами Каспер. Еще раз я повторюсь для тех, кто, может быть, не запомнил. Simple Soft TM. Не знаю вообще этих ребят. Абсолютно не знаю, даже не догадываюсь, кто это может быть. Вот, сейчас посмотрим. Так, ну что, и Simple у нас начинают за атаку. Сейчас будут выходить по земле, где у нас там Шейк и просто так сидит. А ну-ка, ну-ка, сейчас вот, сейчас они увидят. Вот, сейчас он должен увидеть вот этих вот ребят бравых. Да, сейчас под флешки просто начнется выход. Ну и, собственно, вот, начинается. Гранаты прилетают. Хорошие вроде бы гранаты. Просто так делает первый фраг. Сразу же сбивает Шейка. И нет хелпы на зелень. Абсолютно нет хелпы на зелень. Погибли там и просто так, и Шейк. Ну что, сейчас смотрим. Там Хай и Чек. Чек, хорошо. Вместе с Хаем сделали по минусу. Еще от Хая один фраг. И теперь остается последний у нас Гавр. Гавре. Я не знаю, как это читается. Ну, в общем, будет он у меня Гавром. Там опачки, Митроу, МНЛ. Тоже не знаю, как у нас расшифровывается. Борот. Соскученный, если так можно перевести. Не знаю. Чек, Хай, просто так. Маквар и Шейк у нас за Soft TM. И именно за ними у нас первый раунд. Ну и что? Говорит, тафагончик. Да, нормально. Самогончик, тафа. Так, смотрим, где у нас там Хай. Вот он Хай. У нас вылетает на зелень, жесткий зажим, не умудряется вам пока что никого убить. Но там сейчас две гренки прилетят, как же рвется. Да, еще минус у нас от Хая, остается у нас только Гавр и... Вот там Мак, где он, вот этот, Митроу. Вот пока на такой дистанции особо не постреляешься, да, его, в принципе, без особых проблем сбривают и... Кажется, надо сделать лампу потише. Хотя сейчас нагреет, я сейчас буду придираться, привередничать и так далее. Зато классно, я сейчас... Так, где у меня? Два камера, 5 КС. Ну, вот, в общем, в принципе, и все. Но пока что 2-0, пока что ничего интересного. Надеюсь, в ближайшее время ребятки исправят эту ситуацию и начнут тащить. Не, ну, понятно, сейчас будет там эко и так далее. Где у нас Маквар? Вот он Маквар. А там у нас вверх-вниз или... Да, сейчас на Маквара будут выходить. Будут выходить именно на него. Каспер, в чатовую сауна, еще деньги заработаешь на лампе. Да надо бы, наверное, вот напечатать. Прошивает черезечку. Какая там граната прилетела, ё-моё. 58, 57 ХП. Буквально 200 урона нанес только что вот этот парень. Плюс еще одного убил. Так, Шейк. Шейк, где у нас там отменил? Наверх низ, кажется, Шейк сделал фраг. И сейчас, если он увидит пакет... А пакет он увидит, он сказал, что плент у меня, и остальные трое вообще не знают, что сейчас будут делать, потому что им, в принципе, практически бесперспективно как-то воевать, что-то пытаться сделать. Ну, вот да, вот. Вот так вот именно. Еще у нас там Хай перестреливается. Вот он Хай. При попытке забирания плента погиб у нас еще и Митроу. Ну и все, Борот. 29 хелсов. 1 в 3. Ну, без вариантов, я думаю. Так, что? Пишите, люди, в чат. Заходите наш канал для общения в чате. Это Steam. Группа Steam. Это чат группы Steam CyberArena.tv. Вот так вот. То есть заходите, присоединяйтесь к группе. И заходите в чат, я там вот сейчас прям сижу, спрашивают, как тебе женская лига, из кого болеешь? Да я вообще сейчас особо не успеваю следить за КСом, тем более за женским, так что не могу пока что ничего сказать. Я думаю, пересмотрю там пару вводов и так далее, и уже буду
более-менее ориентироваться в плане женского КС-а. Ну, а у нас погибает пока что команда. Да, эко-раунд еще один. Сейчас счет станет 4-0 в пользу команды SoftTM. Говорят, тупо один раш. Ну, у них просто еще был только один девайсный раунд. Поэтому, я не знаю, можно, наверное, пока что сильно на них не грузить. Говорят, не смотри, не порти себе настроение. Да ладно, на мне наоборот. У меня женского КС настроение только поднимается. Потому что у меня есть несколько девушек, знакомых КСер. Боже, когда они играют, я просто... Вот как я вижу какую-то игру, я представляю их играющими в этой роли. И мне становится весело. Так, ладно. Что у нас тут? Ребятки, куда побегут? Деньги у них хоть есть? По идее, должны быть. Ну да, да, вот. Автомат как бы видно. Ну, сейчас посмотрим. Куда они, наверх-вниз, что ли, уйдут? Вот как-то занимают немного непонятно, потому что всего лишь по одному направлению, по направлению вверх-низа, которое может, в принципе, весьма легко пресечься ребятами. Хотя уже все тоже... Весь дефенс ушел сверх-низа. Сейчас просто так. Ух, они подставляют просто так. Ну смотрят же зелень. Ну что ты делаешь? На кой черт ты туда выперся? Да, погибают уже 4 в 4. Немного проскакивает Ашил ТВ. И видим, как команда Simple рассыпается. Причем рассыпается практически без вариантов. Они сделали вот по одному фрагу за 5 раундов, которые сейчас пройдут. Хотя может сейчас что-то и изменится. Говорят, не нервничай. Да я не нервничаю. Ну просто, блин, на зелени сидит его тип. Вверх-вниз ему никто не смотрит. И он смотрит зелень, вместо того, чтобы сесть и смотреть вот в нормальную человеческую сторону. Туда, куда он и обязан был смотреть. Ладно, ладно, все. Не буду больше ничего говорить. 2 в 2, кстати. Кстати, 2 в 2 это тащибельная ситуация. Тем более, что пакет на руках. И если сейчас его смогут поставить, ребята, а может и не смогут. Потому что там чек. Чек чекает. Вот он, чек. Минус от чека. Еще где-то на планетах может быть и пуля. Да, вот еще второй фраг от чека. Говорят, что сделать можно, чтобы не зависал стрим. Провести себе нормальный интернет. Можно, я могу подсказать именно так. Говорят, это же School Cup. Ну, понимаете, у меня нервов не хватает иногда на эти все School Cup. Сейчас я вот еще немного подвину камеру. О, нормально. Ну, просто реально, ну, как так можно? Немного непонятно. Надо общаться, в первую очередь. О, тем более геймпендинг у нас. Как я в тему включил, так камеру. У нас геймпендинг. Сейчас там пока что ничего интересного. Говорят, попробую увеличить файл подкачки. Не знаю. Неплохой совет по поводу нового интернета. Да, он действительно неплохой, друзья. Потому что если у вас метровый интернет, вы надеетесь смотреть метровые стримы, у вас это не получится сделать. Зумшки... С Опи мы никак вчера не сыграли, я еще раз говорю. Потому что не получилось сыграть... Где вот зумжики? Зумжики. Не знаю, что... Я что не могу найти некоторых людей вот в чате? Говорят, у меня 8 мегабит. Отлично, то, что 8 мегабит, это отлично. Так. Пока что там геймпединг идет. Ничего интересного, говорят, в... Так, 2 стрима. Нету его уже. В бане, говорят, переименовываются. Lame Botanic Skill вошел в чат. Не банятся. Так, ладно. Дилей 90 секунд, мне сказали, так что запас в один раунд есть. У нас сейчас... Вот лампа, кстати, вот сейчас неплохо жарит, мне нравится, потому что сейчас в студии примерно так весьма, весьма холодновато относительно, а вот с лампой очень приятно, я сижу балдею. Конечно, чувствую, если поставить мощность чуть побольше, то... Я тут зажарюсь к чертям, покроюсь румяной корочкой. Сауня. Чё за лампа? Сейчас покажу, чё за лампа. Вот. Вот эта лампа. Вот она. Она жарит. Так. О, вот так нормально должно быть меня видно. Уфо, говорят, да, я на солнышке лежу и на солнышко гляжу, тоже вариант, так, покатай меня, большая череп. Этот мультик, это просто вынос мозга, я не знаю, это такая жесть. Так, скоро в трусах будете комментировать, да, если тут поставить ее на максимум, она, кстати, периодически вырубается, она типа накочегарила и вырубилась, ну, не знаю,
Это так утюг работает. Что-то мне это не нравится, это сравнение, что работает утюг с такой фигней. Большая часть советских мультфильмов — это вынос мозга. Да, я согласен. Вот Винни-Пух, если посмотреть, старого доброго Винни-Пуха, вот с новым взрослым мозгом, это просто жесть. Я не знаю, это так. Я смотрел, я ржал минут 20, наверное. Так. Детей башню сводит. Нет, у детей, которые как бы не понимают вот всех этих там новых терминов, новых загонов и так далее, у них нормально оно как бы все с мировоззрением. А вот у нас, у которых на каждое слово по 10 значений, можно любое из них подставить и проугарать так вообще дико, что мама не горюй. Так что у нас совсем другое отношение к этим мультикам. Так, вот Чебурашка. Как нужно было накуриться, чтобы это придумать? Да, карусел, карусел. Кто успел, тот и сел. Эх, жесть. Так, я сейчас, где мой YouTube? Вот он, мой YouTube. И Get Real by HQ Zoom. Сейчас мы вот так сделаем. Качество. Ну, давай 480 хотя бы. И все равно, пока игры нету, я сейчас буду периодически там переключать между камерами и так далее, чтобы просто было вам чем заняться. Хотя она грузится вообще так жутко медленно. Так что, ну, я, понятное дело, сейчас немного поотвлекаю. Так, на какой-то улице живешь? Выборгская, 3. Дюжик, кто знает, если я бы на Львов до 4.03, а потом смогу ли зайти сервер 3.35? Ну, по идее, не сможешь, потому что это две разные версии. Это Катаклизм и ЛК. Да, вруби мувик, сейчас я так и сделаю. Вот у меня была такая идейка, сейчас я все врублю. Просто он буферится долго. Хотя он идет, вот, ну сейчас минутку он, наверное, пробуферится, хотя бы до минутки. И, соответственно, я врублю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот давай, 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 давай. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Будь мужиком, мувик. Будь мужиком. Я вот жду, давай. Все, все, думаю, можно включать. Сейчас, вот так вот. В общем, что-то как-то так. Скажите, что там, как вам мувик? Лагает страшно. Да нет, не должно быть. Так. Да кимучу, что это вообще такое? Передаю привет всем Николаям и Николаевичам, а также Крем Антошка. Крем Антошка, без мозольной ладошки. Это от КМЗ. Крем, нет, конечно, Крем Антошка без мозольной ладошки — это зло. Так. Говорят, ну ничего так. Да я знаю, что ничего так. Нормальный мувик. Ну, пойдет, в общем. Мне тоже понравился. Так, YouTube канал Корыстувача. Ну, Ash Phoenix, Inside of History, Interplay.
Shade of Mirage. А ты веришь? Трейлер, что это вообще такое? О боже. Что это? Что это вообще такое? А ты веришь? Ладно, не знаю. Aftermath 2009. О, это да, это там где... Потом расскажу. Inhuman Sight, Interplay. Porsche. Porsche. New. Shade of Mirage, Lost Persons, Sing 3 by Christo. Всем пацанам привет. Прикольный мувик, кстати. Всем пацанам привет. Нам-нам-нам-нам-нам. Что там с серваком? Сейчас попробую. О, все нормально с серваком. Слушайте, может, у меня такая фигня какая-то была. В общем, нет, все. Сейчас мы врубаемся опять на КС такие. Ну и что, у нас Simple против Soft. Счет 5-0. И Шейк у нас встречает народ, ловит сразу же 49 хп урона. И, соответственно, сейчас на него продолжался бы выход, если бы он там остался. А так у нас остается Хай, у которого 23 хп, который все-таки сбривает еще и чек. А Шейк у нас под вагоном сидит. Ну и Маквар будет обходить сверхниз. В общем, полностью занят пакет. Сейчас, если сейчас Шейк не зарешает, конечно, то тогда может быть что-то и получится. Смотрите, Маквар, Шейк по фрагу. Еще! Ах, чуть-чуть не залетело вот опачки. Буквально бодыль не прокатила. Ну и да, и один против троих. Просто так с АВП погибает. Первый раунд для команды Simple. Simple, Simple. Так, и что? Смотрим-с. 5-1. 5-1. Я сейчас пока... вот чат, что у нас в чате. Говорят, что-то без разводок даже. Ну, а что поделать? Разводки — это дело такое, весьма хитрое, заумное, а ребята играют у нас не... Ну, это школьники. Что у нас вообще там за... с командой-то? Просто так. Хай стоит. Стоит хай, повис еще кто-то. Висюн, ты кто? У Шейка висит. Вот он. Подвистал. Или он как балерина. Он пропал. Куда дели Шейка? Куда делась команда SoftTM? Боже, SoftTM куда-то делись. Куда они, собственно, пропали? Сейчас я все это дело выясню. Там, короче, всех покикало нах. Вот так вот я сказал. Остается у нас просто так. 1 в 5. 1 в 5, какая напряженная ситуация. Посмотрите только. Еще и топчется, как слон, да, но его быстренько сбривает. Чует мое сердце, что не получится нормальной записи. Ну, не знаю, в общем, посмотрим. А, все позаходили, это мне надо сейчас сделать ретрай, потому что я не буду видеть никого. Говорят, им Simple провода обрезали просто. Ну, не исключено, я бы так сказал. Все, я теперь зашел, 0-0. 8, дефолтное наше значение звука. И что, все, мы продолжаем. Там у нас ребят пока позаходили, пока поменяли себе никнеймы. И все, счет у нас 5-2, насколько я понимаю. Ну и вот у нас хай. Увидел врага, увидел он МНЛ, а сразу же перетяжка по тупикам втроем. Сейчас будут принимать массовая зелень. Зажим, зажим, еще должны выходить, должны были хлоповать сейчас тиммейты. Но нет, хорошая гренка от Шейка и просто атак. Но тем не менее у нас 3 в 3 и Шейк. Шейк у нас вот он где. Говорят, мы бабло восстанавливаем, там старт мани и т.д. Ну, понятное дело, были некоторые траблы. Вот сейчас Шейк хорошо сбивает гавр. Проскакивает, кажется, HLTV или нет? Нет, HLTV не проскочила, просто немного подлагнула. И последний у нас МНЛ, который вот выходил, собственно, из центра, который промахнулся с АВП не очень удачно. Говорят, 5 раунд зелень. Это их фишка, хули. Да уж, да, изюминка, изюминка команды, наверное, именно так. Школа — это не рука-лицо, это рука, плавно сползающая с лба на щеку. О боже, что тут вообще люди придумывают? Ну да, да, есть немного такого. 6-2 у нас сейчас счет. И умирает просто так у нас на верхнизе. Ой, на верхнизе, да, где-то на верхнизе он находился. И на 33 у нас Маквар, кстати, до сих пор соточный был. До тех пор, пока ему гранат не прилетел. У него еще 70 хп, но обрывается на него
Митроу сбривает и начинает, продолжается, точнее, выход на закрытый пакет. Там у нас уже готов шейк и чек принимать. Вот они, два. Вот они. Промахивается шейк. Говорят, не матерись. Ну да, да, я не матерюсь, просто иногда бывает прорывается. Наверное, мой первый полуматюк за все это время. Хай уже врывается сзади, минус от Хая. И последний у нас Борет, 41 хп. Кажется, он сейчас может провтыкать пакет. Нет, пакет не провтыкал, один в один. Чек, 12 хп. Борет, 41, да, и чек тащит. Если сейчас, конечно, он спрыгнет. Ха-ха, боже мой, вот это провал. Я не знаю, что это вообще было. Это просто, это такая жесть. Тифули надо было просто спрыгнуть на вагон. И все. Это зло, я не знаю. 6-3 счет. Это фейспалмище, просто фейспалмище. Так, ладно, смотрим за Макваром. Погибает у нас Маквар. И где у нас шейк с АВП? Я думал попал, честно говорю. Хотя что-то отказывается попадать, он категорически причем. Прилетает ему там флешка, но его уже не выпустят, просто физически ему не дадут выйти. Все, нужно уходить на сейф, я не знаю. Спрашивают, во что играют сегодня? В КС и в Гран Туризмо. Чуют мое сердце, что сейчас будет 6-4. Не знаю, если... Сейчас посмотрю просто, сколько народа хоть смотрит стрим. Так, ну вот, сейчас. И, ну вот, в общем, там около сотни человек. Ну, блин, друзья, это правда жестко. Это очень жестко. Так, ага-ага, с этим всем вроде бы разобрались. И что? Ну, так, закуп этих. И что у нас по деньгам у дефенса-то? У дефенса у нас что-то типа плохобая, насколько я понял. Да, есть фамосы, есть диглы, есть кольты. Говорят, ага, точно, КС. Где вы, enemy, пишет человек. Enemy, отзовитесь ему. Да причем тут не фартит. Говорят, 16-14 будет счет. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас будет выход. Вот, нет, они прыгай, ты успокойся, увидишь ты их, когда они начнут выходить. Что ты как, я не знаю. Начинается выход. На него, главное, никто не смотрит. Зачем смотреть на пацана за ящиком справа? Ну, действительно. Хай тоже. Ну, вот сейчас, если с игла все-таки шейк застрелял, запулял, я бы даже сказал. Но, тем не менее, 2 в 4. Чек. Опять геймпендинг. Опять какая-то лажа. Не знаю. Опять что-то непонятное происходит. Ну, будем надеяться, что это все решится. Так, 27-103. Нет, 27-102, кажется, этот IP-адрес сейчас у нас. В общем, что-то же... Ну, а зелень нельзя закрыть. Ну, они не делают, да, они не делают выход. Там центр, туда-сюда. Хотя вот сейчас было некое подобие данного выхода. Ну, я не знаю даже. Сейчас вот я посмотрю. Там искорка от вагона отлетела. Ё-моё. И она так плавненько-плавненько сейчас двигается. И сейчас она вот-вот... Сейчас она рассыпется. Ах, ладно. Говорят, смотри пока... смотрим пока мувик. Да нет, не хочу я. Как на стимовскую КС поставить свой конфиг? Кидаешь конфиг в КС и все, собственно. Так, я хотел... Так, что это? Genesis. Так, Unagi. Так, что это за Quake Life Unagi? А ну-ка. Флиби туда-сюда. Ну, покажите мне хотя бы там пару моментов жестких. Или это опять там ТДМ какой-то? Посмотрите только, как искры жестко... Вот посмотрите на вот эти вот искры. Это все от одного выстрела, вот такая вот фигня. Только вы представьте, да, вот что... Это все в замедленной съемке, там не знаю с какой... Чистотой, но, в общем, в ультра замедленной, в архи замедленной. Да уж. Какая красотень-то. А у меня-то еще в high definition вообще жесть. Так, ладно, хватит с вас. О, это, походу, какой-то нормальный мувик. Да, это прикольный мувик, насколько я помню. Только сейчас мы качество чуть получше сделаем.
чтобы грузилось поприкольней. Ну, точнее, чтобы поприкольней, собственно, оно игралось. Ладно, пусть чуть-чуть пробуферится. Все равно пока что Game Pending в папку со Steam. Да, да, да. C-Strike Russian туда КФГ. Alive его уже все смотрели. Нет, какой Alive? Вы чего? Зачем Alive? Quake Live. Игра такая есть. Alive, понятное дело, что все уже смотрели. А ну. Или это еще по-прежнему буферится? Тут вообще не видно буфера, кстати. О, пошла у нас игра, значит, потом посмотрим, как раз пока у нас побуферится мувик по кваке. Ну, а я пока сейчас... Так, там мне парень скинул, думал, ты его хочешь включить. Да нет, нет, вы чего, я не хочу то включать. Опять геймпендинг, да что за... Сколько можно вот это уже страдать этим геймпендингом, я не знаю просто. Говорит, здорово, здорово всем, заходите у нас сюда в чат, народу, в принципе, сидит в чате нормальное количество, да и на стриме сейчас нормальное количество народа уже находится, так что, думаю, к вечеру у нас будет народа еще больше. Ну и что? Геймпендинг-то. Мы с такими темпами и за час игру не успеем. Говорят, Каспер, тебе сегодня не везет. Согласен. Как прямую трансляцию смотреть? Да вот она, прямая трансляция. Нет, можно смотреть Gran Turismo, а можно смотреть КС на третьем, на четвертом у нас КС, на, собственно, на первом, на втором и на главном стримах, по идее, должны быть Gran Turismo. Вот хуп, вот у нас вот, да, вот паря, а ну-ка, где друзья, приглашения, вот так вот, обмениваться с ним сообщениями или приглашениями. Вот, все. Не хочу я с ним обмениваться ничем. Всех остальных пока что отклоняем. Вот так, все. Ну, да, да, все, нормально, в общем. Так, что-то я хотел YouTube. О, еще один. Да-да-да-да-да. Вот этот еще так. Сразу же вниз туда опускается. Ну, ладно, пока у нас там геймпиннинг, все равно нет ничего интересного. Говорят, Каспер добрый, не банит как Тафа. Да ладно, я баню. Так, ставлю 100 рэш, что они сейчас будут зелененькие. Вот, кстати, да, нет, не то, и не то. Я хотел... А, фу ты, слава богу, что не то нажал. Вот, вот, уже начинают, я не знаю, уже должны начинать. Счет 6-5. Для тех, кто, может быть, уже подзабыл. Мне пришел месседж. От Диджуса мне пришли. Предбай, Джимодем, Диджус. Отрымай месяц. Боже, такой развод с этим удаленным интернетом. Там нет ничего нормального. Дай ИРЦ-канал. ИРЦ-канала нету. Есть канал в Мирке только. Cyber Arena TV. И все. Так, волюм 008. С волюмом все нормально. У нас тут выход опять-таки на закрытый. Чек врывается. С еще гранатой умудряется метроу забрать. И сейчас игла пару хедшотов повесит. Нет, не вешает он пару хедшотов. И теперь уже... Хотя, смотрите, там Шейк все-таки на верхней волне умудряется делать раздачи. И теперь не самая хорошая ситуация у нас уже у атаки. Сейчас быстро займут. Вот любят ребята прыгать, да, с вагонов. Причем не самым лучшим образом. Дефузится у нас пакет. Там у нас опачки тем временем пока вырезал просто так. Хай у нас благополучно, кажется, дефузит пакет. Да давай уже раздефузься ты. Раздефузен пакет. Посмотрите, взорвался вагон и пакет раздефузился. Вообще жесть, это зло. Вы видели? Вагон-то взорвался, рассыпалось, то есть жесткая анимация проработана была, но счет, тем не менее, 7-5 именно в пользу дефенса. Говорят, жук? Да, это был жук, это был баг. Да уж, кто мог подумать. Ну ладно, смотрим, что у нас сейчас будет делать. И опять у нас выход по зелени. Опять выход по зелени, там у нас Шейк и Маквар. Шейк и Маквар. Чек. Чек. Вот он, Шейк с диглом. Промахнулся. Вроде бы на выход неплохо-таки стрельнул, но не залетело, не посчитало в лицо. Смотрим, 12 хп у нас у Чека. Ну, сейчас счет, понятное дело, станет 7-6, потому что 2 в 4 и с такими холсами. Тут хай, конечно, если сейчас зарешает, то, может быть, что-то и будет хорошее. А так, говорит, на Дасе такое видел, все разорвалось, КТВин, и никто не умер от взрыва. Да, ну вот сейчас я увидел такое и на трене. В принципе, нормально, прикольно получилось.
Говорят, второй раз такое вижу. Да, ну, это такое. Говорят, да-да, на зелень тянет их. Ну, тянет на зелень, это такое дело. Ну, может быть, у ребят там заготовки есть какие-то связанные с зеленью. Может, они вот думают, что пока получается, они будут делать зелень и так далее. Может быть, вариантов, в принципе, уйма. Но... Ладно, не будем пока загадывать. 7-6 счет, близится к концу. Только первая половина встречи у нас близится к концу. То есть вы понимаете, да, что если сейчас будет там 16-14, то запись там в час может и не уложиться. Придется резать на две половины игру. Ну, в общем, может быть все что угодно. У нас за закрытый, ребята, закрытый зелень и так далее. Падение. Ну, тут просто эко у диффенса. Да-да-да, вот Шейк тут на лестнице сидит. Еще в голову, кажется, умудрился попасть. Сейчас посмотрим, что у нас там у Митроу. Митроу 66 хп. Ставится пакет. Говорят, а, ППЦ тактики. Ну, блин, хоть такое и то радует. Да хотя бы они, у них получается то, что они делают. Сейчас посмотрим, конечно, как они будут на девайсах выходить. Но пока что у них получается вылетать на пакеты. Эх, не получилось додавить второго чеку, да. Ну и граната от метро его настигает. Счет становится у нас равный 7-7. И последний раунд первой половины, который, собственно, определит лидера на вторую стадию, так сказать, данной встречи. Говорят, что-то я бан захотел очень, надо отхватить как-нибудь. Ну, добавь меня во время стрима в друзья и отхватишь, конечно, без проблем, без особых проблем. Говорят, тоже зелень будут. Сейчас будет зелень. Нет, смотрите, у нас неужели будет 2-1, точнее 1-2-2 выход пока что на этим. И опять МП-5, товарищи. Опять МП-5. Сейчас посмотрим, насколько данный девайс суров и жесток в исполнении Хая. Ну-ка, ну-ка. Ага, пробежали. Смотрите, он еще умудрился, кстати, отстрелить одному спину. Главное правильно занырнуть вот в коридор и постараться убежать. Вот, все хорошо сделал, убил, убежал, даже без размена. Маквар у нас сейчас будет уже с терраской десятки. На Тауре есть, да, сейчас Маквар. Увидел, парню. Граната еще залетела. Сколько там вообще хп у Борда? Опачки, два хилса всего лишь. Борда, Борда 31, но тем не менее атака берет тот раунд. Симпл 8-7 лидирует. И говорят, кто Керч будет комментировать? Я не знаю, а что там Керч у нас играет? Сейчас посмотрим, что у нас там с Керчами, во сколько они там вообще у нас собираются играть и так далее. Сейчас мой сайт почти один из любимых, HLTV.org, там где я всегда слежу за матчами. Керчнет USSR в 7 часов и в 10 Spray and Pray против Инкогнито. Ну, не знаю, Керчнет USSR, если Тафа не успеет, то, скорее всего, буду комментировать именно я. А вот, да-да-да-да, я уже понял. О, я хотел посмотреть, что у меня там со ставочками. Ставочки Open Bets. Я хочу, чтобы Керчнет выиграли, и хочу, чтобы выиграли Spray and Pray. Вот так вот. И все свои 24,5, 24,500. Ставим на эти две игры. Все. Bet place it. Пупом. Кас, что-то третий ретранслятор не грузится. Четвертый норм. Опять что ли третий начинает выпендриваться? Я не знаю. Сейчас, ну, четвертый просто 500 килобит в секунду битрейт. А третий, ну, метровый. Ну, сейчас, думаю, посмотрим. У меня, по идее, все должно быть сейчас... А, нет, нет, это другое дело. Да, все, у нас пошли боевые рестарты. Все, говорят, норм третий, да, ну вот. Вот, собственно, так, опачки МНЛ. Опачки МНЛ сейчас будут принимать зелень. 1-2-2 у нас выход, сейчас, кажется, будет по зелени. Да, именно так. Шейк и Маквар у нас сейчас будут ходить. Ну-ка, так, ага. Вылетает по зелени, но не туда, немного целился у нас опачки с самого начала, но тем не менее перестреливает он врага с десятки, вот засел, просто так, контролил он парня за четвертым вагоном, ну и там просто никто не вышел с четвертым вагоном, поэтому его миссия была практически бесполезной. Увидел еще парня в десятке, отвесил первому, но вот если бы он еще там первому, второму, потом так сразу же, то тогда может что-то бы и вышло. Так, ладно. Говорят, что-то симплы не на зелень. Ну, они в дефенсе, но их там было на зелени достаточно неплохое количество. Ну и что, 9-7 счет в пользу команды Simple. Soft TM пока что немного уступают, но это не так уж и... Говорят, так, я заметил Soft TM про джамперы. Нет, не 8-8, 9-7. Вот так.
Что, выход на закрытый. Гаврия. Гаврия. Вот он ползет, Гаврия. Сейчас он увидит. Вот сейчас на него будет просто массовый выход. Да, там Митроу на верхней волне разбирается. Ну и Гаврия, собственно, сидит тут внизу. Еще минус от него. Хороший, пока он хедшоты раздает. Проскакивает Ашил ТВ. И мы видим, как 10-й раунд взяла команда Simple. Ну и что? Включу пока себя. Любимого себя, родимого. Да, вот он я. И у нас сейчас, не знаю, школа ЛО, лига. Ну, да, да, нормально. Так, и что? Софт против Simple, опять-таки повторюсь. И опять зелень. Я не знаю, чем, ребята так, чем ребятам так нравится зелень. О, какая граната! Просто жесть, я не знаю. Это надо было просто видеть, эту гранату. Я думаю, все ее прекрасно видели. МНЛ зажимает, зажимает и... Вроде бы неплохо приняли, тем более, что пакет лежит у нас здесь. Здесь пакет лежит. И сейчас у нас втроем уже остались Софт ТМ. Маквар у нас на зелени погибает. Погибает еще и Хай. И последний просто так на респе с АК. Я просто немного недопонял, что это было. Потому что некоторые были с девайсами, некоторые были с глоками и так далее. То есть, что вообще там происходило, я пока не понимаю. Может, у них там тактика просто так сидит на респе и отстреливает пацанам девайсы, которые идут его убивать. То есть, такой страт тоже возможно. Но, тем не менее, посмотрите, счет. Ситуация 1 в 1 и 40 секунд до конца. То есть есть еще шанс у SoftTM затащить этот раунд. Так что если они это сделают, будет что-то просто невероятное. И жесткий зажим от просто атак. Но нет, Гавр его перестреливает. 92 хп у него так и остается. Да уж. Да уж, что-то опаснейшее. Говорят, who game? Who game? Я могу открыть табуляцию и показать who game. Я уже устал повторять миллиард раз, что у нас происходит. Но 11-8 счет. 11-7. 11-7, прошу прощения. Да-да-да, именно так. Лампа продолжает по-прежнему кочегарить. Ну, в принципе, неплохо, приятненько. Так тепло сбоку. Это действительно айс. Город. МНЛ, точнее, делает первый фраг. Борт выходит по зелени, видел еще парня за ящиком. Правильно, не стал в него там стрелять. Стал стрелять того, кого он увидел. Гренка ему от Маквара прилетела, сбрила его. Ну, мне вот сейчас интересен МНЛ. Вот он, МНЛ. Тимкил от Чека. Что вообще это произошло? Как он убил в голову? Я не знаю, в ляжку, кажется, сейчас Хаю попали. Нет, Хая 70... Нет, 14 кп все-таки у Хая. Хотя там непонятно, кто ему сбрил те... 86 хелсов. Ну и последний Маквар. 27 хп против двоих. Вряд ли сейчас стали симплы. Можно было их, наверное, все-таки сбрить, попробовать. Но нет, нет. Эх, так, ладно. А4 тэч не бывает норм. Это не девайс, говорят. Хотя клава еще более-менее. Ну, блин, я не знаю. Клава у меня вообще дома за 35 гривен стоит. И нормально. Ну, не знаю. Мышки. Ну, про мышки вообще отдельная история, потому что X7 это зло. X7 заполонила планету, и, честно, я не знаю, как с ней будет потом, как мы с ней будем потом бороться. Так, у нас выход на закрытый. Да, Гавра это все видит. Есть девайсы, есть Гренка туда залетает в коридоры. Так, 100, 44, 100. Ну, опять-таки смотрим за Гавра. У нас там на верх-низ небольшая война прошла, в результате которой погиб у нас Маквар. И выход по верхней волне. Митроу сделал фраг. Втроем уже остаются. Гавры погибает. Вот один из важных моментов. Еще погибает МНЛ. Если сейчас выйдет на закрытый, то может быть что-то и получится. Если сейчас не начнут мудрить и... Опачки. Где наш опачки? Опачки уже проходят в доме, опачки. Ну-ка, ну-ка. Ага, увидел. Увидел опачки противника. Хорошо, сбривает его. Просто так. Ну и последний хай. Последний хай тоже погиб. Simple берут уже, какой, 13 раунд в свою пользу. 3 раунда им осталось взять для того, чтобы выиграть эту встречу. Ну, игра ведется до 30 раундов, я напомню. Но все равно, как бы... 16 раундов и все, и победа уже известна, так что нет тут ничего такого уже сверх естественного в том, чтобы посмотреть игру после того, как одна из команд набирается 16 раундов. Я просто еще раз повторяю для тех, кто может быть не в курсе, потому что смотрят, ну, люди как бы смотрят, но тем не менее иногда забывают, какая система проведения, что общество турнир, это у нас школа локап, и вот Simple SoftTM, еще раз я напомню. Ну вот, вот. МНЛ нормально пока разбирает. Еще мог только что третьего убить, но нет, не получилось у него этого сделать. Опачки. Уже вдвоем с десятки поджимают симплы. И последний шейк. Вот он, шейк.
Shake, shake, baby. Вот он наш. Шейк. Ну, он один, сколько там, 4 или 5. Да, 4 игрока Simple. Я его сейчас просто задавят. И будет уже 14 раунд. И останется всего лишь двушечка дотащить. Хотя последние раунды в основном бывают самые тяжелые. Так, что у нас тут есть из новостей интересного? Гукс joins Lions, да, говорят, Гукс теперь во Львах. Теперь у Львов состав Нико, Кристал, Фурте, Трид и Гукс. Это когда-то Giants была такая команда, состав практически точно такой же, потому что там был Трид, Фурте, Кристал и Нико, насколько я помню, еще давным-давным-давно. А вот Гукс, я думаю, станет жестким компонентом таким, который сможет дотащить команду. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так, LDLC Lose 2, Intel Extreme Masters Finals Group Draw. Посев, да, на Intel Extreme Masters Европу. У нас группа А, MIM, Сахара, французы, Mousesports, SK, Frag Executors, MTV. В группе Б, ЦПХ, Wolves, Full Gaming, Alternate, Natus Vincer, Fnatic и Lions. Ну, в общем, посмотрим. Так, что у нас здесь? У нас здесь счет 6-0, как я и говорил, 14 раунд для команды Simple. Посмотрим, смогут ли они дотащить вот эти два раунда без проблем, или же все-таки будут какие-то у них проблемы. Так, что там, Владушке? 770 гривен, это сколько в рублях? Ну да, 3116, все правильно. Так, поджим зелени, борт врывается под флешку, кажется, только что был врыв, сразу же меняет автомат, еще минус от МНЛ. Но там еще есть враг и размен 2 в 2, нет, 3 в 2, да, в меньшую, в большую пользу, так сказать, для команды Simple. Просто так, 8 хп и шейк, шейк, шейк соточный. Ну, там сейчас Митро может встретить, если, конечно, на него шейк вылезет. Нет, шейк не вылазит. Так, калькулятор рядом. Это не Каспер, я его фанат. Да, вот, блин, круто, слушайте, что есть фанаты. Вообще жесть. И я никогда не думал, что так когда-то будет. Хотя, все равно, чисто для себя когда-то сделал правило, что даже если я не то что стану каким-то важным человеком, если у меня будет некоторое влияние, некоторая популярность, то я никогда не буду зазнаваться. Абсолютно никогда не буду зазнаваться и буду всегда стараться помогать людям по максимуму и так далее. Хорошо, Митро сбривает от того битого просто так, у которого там где-то около 19 хилсов было. И последний у нас шейк, 100 хп, 20 секунд до конца и нету пакета на руках, так что единственный вариант это просто отстрелить всех, но он не успеет этого просто элементарно сделать. Говорят, Кас, подари игрушку в новогодние елочки. Да я уже всем сегодня раздарил игрушки в новогодние елочки. Если у меня есть в друзьях и есть в елочке, я вам уже подарил игрушку. Кстати, да, надо туда заглянуть. Нет, ладно, потом загляну. 7-0, результат второй половины. И 15-7. 10-3 МНЛ и 10... Нет, 10-5 у МНЛ, а 10-3 у Митро, у Фрагстатс. 8-7 просто так. И сейчас у нас будет встреча, опять-таки, я понимаю, на верхнизе. Вот, да, вот где-то тут на 33-х. МНЛ тут Берстов сейчас будет пытаться насадить. И почти получается, топит. Нет, шейк его перестрелял. 79 хп, кстати, очень много осталось у шейка. И сейчас нужно уже выходить на открытый. Начинать, точнее, выходить на открытый. Тут сейчас, конечно, опачки в два ствола будет принимать. Да, и еще гранат туда залетает. Тем не менее, погибает у нас сейчас Боры. Сейчас погибнет опачки, если не успеет релоуд. Да, релоуд был очень не в тему. Но, тем не менее, у нас Митроу. Митроу, два фрага на зелени. Да уж. И уходит. Уходит 2 в 2. Теперь уже 2 в 2. И Гавры... Слышит ведь, как там парень в тупиках, вот, ну не в тупиках, в коридорах трется. Так что я не знаю, на что он там вообще собирается делать. Да уж, Маквар последний, причем без пакета. Да, пакет у нас был у парня, который был там вот сверху, в коридорах. Хорошо, хоть на шифте идет. Нет, нет, Simple берут 16 раунд, ну и что ж, поздравим их с этим небольшим достижением. Где наш вот